Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о ходе реализации национальной стратегии устойчивого развития страны на период до 2017 года. Сегодня город Бишкек постепенно меняет свой облик. Везде наблюдается активное строительство. К чему может привести такая активность? Есть ли в этой активности логика и архитектурная целостность? Вот об этом мы сегодня поговорим с главным архитектором столицы Бактыбеком Абдиевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Бактыбек Абдиевич, сегодня мы хотели бы поговорить о проблемах и перспективах развития архитектуры столицы Кыргызстана. Скажите, то, что сегодня строится в городе, строится в рамках генерального плана застройки Бишкека, или в этом вопросе есть проблемы? В 2005 году, после первой революции, вы сами знаете, что вокруг города Бишкек, внутри города были большие самозахваты. То есть появились много жилмассивов. Вот эти жилмассивы появлялись в отклонении от генерального плана. В 2005 году, после 2006 года, было издано постановление правительства о уплотнении застройки города. То есть планировалось застройки многоэтажных жилых домов с уплотнением существующих микрорайонов. В связи с этим многие думали, что вопрос уже пошел по отклонению генерального плана застройка. Естественно, то точечное строительство во время эти 5-6 лет привели к такому проблемному ситуации, что многие население, жители города начали жаловаться. Почему? Потому что получается нарушение вентиляции города. И вот сейчас в данный момент определение природоуязвимых участков происходит нехватка по нормативам территории для жилых домов, ранее построенных. Вот в связи с этим были такие проблемы. А как вы решаете эту проблему? В 2014 году прокуратура подняла этот вопрос в связи с отсутствием проекта детальной планировки, запретили нам производить предпроектные документы, готовить предпроектные документы и согласование проектной документации. В связи с этим, вы сами знаете, что с 2013 года впервые пошел бум строительной отрасли по строительству многоэтажных жилых домов. За проведением политики строительства там стоят еще трудоустройство населения. Основную долю в городе Бишкек, в основном при поступлении налогов в местные бюджеты, это все связывается с этими строительными отраслью. То есть строительство приводит такие показатели. И решено было, этот вопрос поднимался на уровне правительства, было издано в 2015 году временное положение о порядке подготовки разрешительных документов и порядке согласования. То есть, согласно управлениям архитектуры, ранее были разработаны проекты застройки города. Согласно основным нормам и правилам, на основании генерального плана, при отсутствии проекта детальной планировки, мы имеем право разрабатывать проекты застройки и утверждать в установленном порядке. Но в законодательстве до 1995 года земельного кодекса там прописано было, что проект застройки утверждается городским кенешем, а в новой редакции город кенеш только утверждает генеральный план и проект детальной планировки. В связи с этим у нас проекты застройки полностью были неутвержденными. И временным положением обязали, что управление архитектуры разрабатывает проект застройки и утверждается главой местной администрации, то есть мэрии. Скажите, генеральный план, это же как закон считается? Основным градостроительным законом для архитекторов это является генеральный план города. Но здесь, в данный момент, у нас тоже появляются вопросы. Почему? Потому что генеральный план был разработан на 2025 год проектный. В проекте предусмотрено было 1 200 000 жителей. В данный момент, в связи с внутренней миграцией, у нас на сегодняшний день уже
по официальным данным, мы имеем уже такую же численность населения в 1 200 000. То есть в других городах, крупных городах, это в Москве, в Минске, делается каждые 5 лет, делается корректировка генерального плана. То есть генеральный план не должен быть таким документом, а должен быть как бы гибким и должен постоянно как бы живой организм. Ну, мы не думали, что на сегодняшний день столько автомашин появится в городе. Это обратно живая разработка касается схемы транспорта. А вот в городе с каждым годом растет число автотранспорта. Мэрия пытается решить вопрос транспортных развязок, да? Но как быть с парковками? Потому что вместе с тем и не хватает автопарковок. Вот в этом направлении, вот со стороны архитектуры, вот как решается вопрос? Мы можем сказать, что планируется строительство многоярусной автопарковки. Это в районе Волжского рынка, в районе центральной части города, это ЦУМ. Вот сейчас планируется, сзади ЦУМа планируется строительство нового объекта. Это 6-этажный многоярусный автопаркинг будет. И сейчас со стороны мэрии обратно же Егор Кенеш дали задание, чтобы мы разработали при строительстве дорог, реконструкции дорог существующих, планируется разработать сразу же парковочные места. В 2008 году было поручение правительству в связи с захватами земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, было поручено разработать территорию под многоэтажную застройку. Это касается улицы, пересечения улицы Советская и Токамбаева, верхняя часть. В 2007 году была разработана проект детальной планировки южной части города, где-то порядка 750 гектаров земли. В данный момент единственная территория, где имеется проект детальной планировки, утвержденный Горкинешем. Но, к сожалению, первые ряды, которые вдоль Токамбаева расположены, там кафе, рестораны, да, эти территории были ранее отведены до 2007 года со сроком на 49 лет. А верхняя зона у нас запроектирована под проектирование строительства многоэтажной застройки. Но, к сожалению, в данный момент в южной части у нас проблема есть по инженерным сетям. В связи с этим стройка там не ведется. То есть постепенно решаются эти вопросы. В этом году буквально выделили денежные средства порядка 10 миллионов сомов из местного бюджета для разработки схемы инженерных сетей города Бишкек. Вот, по завершению начнется строительство, освоение верхней зоны, юго-восточной зоны города Бишкек. А, Бактыбек Кабышевич, и мы замечаем, и вы говорите, что город растет, строительство поднимается. А учитывается ли при этом инженерно-техническая часть, вот эту сторону, как вы смотрите? Буквально в прошлом году нами была подана заявка о реконструкции инженерных сетей по городу Бишкек. Со стороны мэрии были выделены денежные средства порядка 10 миллионов сом. В данный момент сейчас институт книг градостроительства ведет эту работу. По графику они должны завершить к декабрю этого года. Поставлена задача, что инженерные службы города в основном, многие являются как акционерное общество, как бы не в подчинении мэрии, да? И на сегодняшний день, в связи с тем, что управление Бишкек главархитектуры перешло в мэрию, задача поставлена одного из заместителей главного архитектора, поставили как бы главного инженера города, который будет ответственность нести полностью за инженерным состоянием города. В данный момент разрабатывается схема инженерных сетей. В декабре, если мы закончим, будет реализация уже инженерных сетей по городу Бишкек. Ну а вы как главный архитектор можете сказать, вот на сегодня какие существуют вот проблемы, есть ли вообще проблемы в современной архитектуре Бишкека? Основная проблема – это противоречие некоторым законодательных актов в строительной отрасли, то есть по направлению архитектуры. То есть это же также утвержденные, допустим, строительные нормы и правила, СНИПы, которые у нас сегодня действуют, разработаны СНИПы советских времен.
Это первый как бы проблемным вопросом стоит. Отсутствие проекта детальной планировки города. То есть финансирование в свое время не было сделано. Вот. Эта проблема есть. Раньше мы как бы относились под структурным подразделением госстроя. Также подчинялись мэрии города. То есть вы сами знаете, вот перед двойным подчинением работа, естественно, получается как бы двоякая. Да? И буквально с прошлого года было решено о передаче управления Мешки Глафартитуру с ведомства госстроя в управление, то есть это подведомственная организация мэрии города Бишкек. Раньше как бы мэрия должна была вести градостроительную политику на своей территории, а госстрой политику по городу вела, может, по другому направлению. И взаимосвязи между ними как бы не было. В данный момент, вот, если можно пример привести, допустим, финансирование проекта застройки. Проект застройки финансировался со стороны частных инвесторов. То есть частники, когда деньги платят, они заказывают музыку. Говорят, вот проект застройки мне сделайте на территории. И они как бы свои предложения, они говорили, как должна посадка производиться. То есть политику велась не со стороны мэрии, а со стороны заказчиков. В данный момент сейчас при переходе в мэрию, мэрия планирует полностью финансирование производить из местного бюджета, разработку делает на средства местного бюджета, проекты застройки, и, естественно, политику будет диктовать мэрия по строительной части. Также были проблемы со стороны заявителей, допустим, жалобы. Жалобы, когда приходят, здесь получается, кто ответственность несет? Либо мэрия, либо госстрой. Они друг друга перекидывали. Сейчас конкретно мы знаем, что будет нести Бишкек главархитектура, естественно, и мэрия. Много действительно есть и возмущения, и есть люди, которые поддерживают то, что город растет, поднимается, и есть и люди недовольные. Как вы работаете с общественностью? Как вы решаете их претензии? Как ему разъясняете эту ситуацию? Одна из проблем таких понимается только в том случае, если управление архитектурой градостроительства будет закрыто от общественности, как раньше было. Начиная от генерального плана. Вы сами знаете, что генеральный план города был секретным материалом. В данный момент сейчас генеральный план во всех наших сайтах находится, во всех административных учреждениях вывешены. То есть народ уже видит, какой генеральный план и где идет застройка. Также в управлении архитектуры сейчас разработан сайт, где заносятся все заявления, поступившие заявления. Можно будет по принципу единого окна любому гражданину, проживающему в городе Бишкек, зайти в этот сайт и узнать, где, на каком объекте планируется строительство объекта, какие расширительные документы разрабатываются управлением. То есть прозрачно, чтобы постепенно мы идем на встречу с жителями. Также есть общественная организация, многоквартирный дом, «Наше право», которое в последнее время мы тесно начали с ними работать. Буквально была поставлена задача еженедельно встречаться с ними. В актовом зале у нас встречаются, выслушиваем их претензии. Но многие претензии можно будет, оказывается, здесь решать. Ну, и сегодня, конечно же, мы хотели поговорить о своеобразности, самобытности, об оригинальности архитектуры в нашей столице. Различные города можно узнать какими-то своими интересными архитектурными строениями. А вот у нас такой оригинальности не наблюдается. Есть ли в планах, над чем вы сегодня работаете, чтобы внести какие-то новые, такие узнаваемые, оригинальные такие проекты?
Вы вот сами видели, что в центральной части города Бишкек, это где находится проспект Чуй, по проспекту Чуй, да, в свое время были построены здания постсоветского времени, архитектуры советских времен. Единственное, к сожалению, на сегодняшний день, единственное, к сожалению, что эти объекты как бы показывают чистую архитектуру города Бишкек. Неоднократно этот вопрос поднимался, постановление правительства есть тоже. Ставили задачу, чтобы разработать единую концепцию по национальной колориту. В данный момент мы поставили эту задачу перед архитекторами. Недавно вот фракция Атамекен Джоурка Кенеш подняли вопрос о сносе ветхих домостроений в центральной части города. В связи с этим планируется крупномасштабное строительство преобразования центральной части города. Вот в данный момент, вот, начало, можно сказать, что площадь Алато, где сейчас происходит реконструкция, там при планировке этой территории нами был утвержден проектная документация по национальному колориту и отделке площади Алато. Но это вы планируете вот в центре столицы, да, вот это? А вот также наблюдается, вот, когда заезжаешь вообще вот в город с любой стороны, со стороны Казахстана или вот со стороны Китая, да, наши гости, туристы не замечают каких-либо различий о том, что бы говорил то, что наш город восточный. Вот не хватает каких-то архитектурных символов. Вот в этом направлении что-то ведется? В этом году вы сами знаете, что последние годы, два года уже ведет основные мероприятия, которые по приезду глав государств других стран. В связи с этим у нас разработана программа по реконструкции зданий, сооружений, которые существуют. И въездные, вот вы как сказали, въездные группы мы сейчас разрабатываем. Это Аскотаж, где будет к сентябрю месяце мы планируем завершить полностью в национальном колорите реконструкцию Аскотаж. Со стороны Казахстана тоже планируется строительство арки въездной. И одновременно будем работать по реконструкции здания. Ну и в завершении нашей программы, вот какие стратегические планы вот прямо вот на ближайшее время? Ну, основные стратегические планы – это первое, решить проблему транспортной инфраструктуры. Второе, строительство. Вы сами вот заметили, в 2016 году спад идет в строительной отрасли. Так получилось у нас, многие начали строить, а экономика сейчас в таком состоянии, что многие отказываются уже строительство многоэтажных застроек. Планируется строительство, в данный момент со стороны мэрии общее как бы направление берут по социальным объектам. Это строительство детских садов, школ, поликлиник. И вот сейчас мы тоже вот готовим программу, как бы презентационную. Город 80-х годов, город 90-х годов, настоящее время, город и будущее. Какой будет у нас город? То есть проекты у нас есть в течение где-то 2-3 недели мы уже материалы подготовили. Мы хотим как бы презентационный материал сделать. Ну, юго-западная часть, центральная часть. Много у нас проектов есть, которые будут преобразовываться в город. Ну что ж, большое спасибо вам за интервью. И мы желаем вам успехов в ваших планах, чтобы они все потихоньку решались. Спасибо.